В качестве вступления пара сюжетов международных масс-медиа. Первый – это фрагмент нью-йоркского отделения CBS, посвященный пропалестинскому митингу на Манхэттенском Таймс-сквер в пятницу 13 числа. Второй сюжет – это пространное интервью лидера Хамаса Хании катарскому каналу Аль-Джазира. Разумеется, маленький фрагмент этого интервью. Хамас one week ago. Demonstrations have rocked New York City every day, many times involving dueling voices. And to this policy and to these Zionist plans of this fascist government in Israel against our prisoners, against our people in Gaza, West Bank, against the Palestinian people everywhere. We will start and resume the strategy of freedom with the help of Allah Almighty. На протяжении всего этого интервью лидер Хамаса использовал все те же риторические выражения. Мы боремся за свободу, за нашу землю, боремся против сионистских фашистов. Слово Израиль хамасовцы стараются не употреблять. Они нарушают наши права, они убивают наших детей, они устраивают экономическую блокаду. Население Газы не выдерживает, и поэтому мы проводим подобные акции, чтобы нас услышали. Вся эта деятельность сионистских фашистов спонсируется Соединенными Штатами и некоторыми государствами Европы. Впрочем, ничего нового, об этом я уже говорил много раз в разных роликах по разному поводу. Вы их называете террористами, они вас. Вы их называете фашистами, они вас. Вы показываете своих детей, они показывают своих детей. Так в чем же причина подобных противостояний, войн, террора? И есть ли выход из этого политического тупика? Что касается сегодняшней газо-израильской войны, то различные пропагандисты, называющие себя некоторые журналистами, некоторые публицистами, некоторые историками, некоторые экспертами, вне зависимости от их декларируемой политическая ориентация, в единодушном порыве кричат: это во всем виноваты антисемиты. Злобные мерзкие антисемиты, ненавидящие евреев, ненавидящие Израиль и разбросавшие свои антисемитские щупальца по всему миру, сея свою пропаганду. Вспоминать тех, кто в украиноязычном и русскоязычном сегментах интернета имеют исторические знания, близкие к плинтусу, я вообще не буду. Но такие раскрученные как бы историки, как Леонид Млечин, который не скрывает своих контактов с российскими спецслужбами еще с советских времен, и не скрывая своей прокремлевской ориентации, и такой не менее раскрученный популяризатор истории Марк Солонин, который, напротив, старается позиционировать себя в качестве некоего антисоветчика, оппозиционера нынешней кремлевской политики, хотя на самом деле просто более элегантно проводит всю ту же линию. Такие персоны дружно все сводят вот к этому упомянутому антисемитизму. Тратить время на критику Млечина ввиду его публичной позиции не имеет смысла. Что же касается Солонина, тут совершенно другое дело. Собственно, этот канал полтора года назад появился сразу после начала полномасштабного вторжения с целью разоблачения фейков и лжи, как информационно-политических, так и исторических, которые служат интересам агрессора. И в историческом сегменте разоблачалась ложь Марка Семеновича в отношении организации украинских националистов. Любой желающий может посмотреть эти тогдашние ролики и понять, о чем идет речь. В одном из них, посвященном деятельности одного из ведущих лидеров ОУН, Льва Ребета, было прямо сказано, что своими заявлениями и своей позицией, которая якобы отстаивает интересы еврейского народа, на самом деле плодятся новые и новые когорты антисемитов. Но на тот момент это в большой степени было общее замечание. Сегодня же, после начала войны на Ближнем Востоке, о возможности которой с подачи Кремля мы рассказывали чуть ли не полтора года назад, да и в рамках цикла об истории еврейско-палестинских отношений в 20 веке и роли в них большевиков и Советского Союза, не говоря уж о том, что наконец-то и сам Солонин прокомментировал ситуацию в регионе, рассказав, что он теперь будет вести этот разговор прямо из Израиля, стало необходимым разоблачать эти фейки активнее и продолжать открывать малознакомые страницы еврейско-арабских конфликтов и как такое вообще могло произойти. Сначала мне хочется опровергнуть довольно досужий штамп, которым пользуются практически все комментаторы этой ситуации. Это может кому-то показаться малозначимым, но я считаю это важным в смысле точности описания тех или иных событий. Прочитать какой-то текст любой человек может сравнительно легко, назвав себя при этом историком и специалистом. Но настоящий исследователь в любой области обладает багажом знаний, находящимся в его памяти. Если таковой багаж отсутствует, этот человек никаким историком не является. И именно этот багаж сразу позволяет видеть несуразности, неточности, перевранные факты, сдвинутую систему исторических координат, что больше всего любят подобные фальсификаторы истории. И, разумеется, при этом резко снижается доверие к любому анализу подобных людей и к выводам, которые они делают. Несмотря на скрупулезное описание тех или иных битв, сражений и тому
тому подобного, что имеет, впрочем, очень малое отношение к анализу политической ситуации, но может легко воспроизводиться кем угодно из существующих источников. Принято говорить, что Газа является чуть ли не самым густонаселенным районом земного шара, ну, в крайнем случае, скажут, одним из самых густонаселенных районов. Это, конечно, совершенная чушь. Любой большой современный город, имя которым на планете Легион, имеет плотность населения, часто в разы превышающую население сектора Газа, который тоже можно рассматривать как большой город, город-государство. Да и не нужно далеко ходить. Достаточно посмотреть на плотность населения Иерусалима или Тель-Авива. Они будут выше, чем в секторе Газа. Есть даже страны, весьма процветающие, где плотность населения также выше, чем в секторе Газа. Например, Гонконг или Сингапур. Не говоря уже о Макао, где плотность населения просто в 4 раза выше, чем в секторе Газа. Так вот, те из вас, кто бывали в Гонконге или в Сингапуре, прекрасно знают, что на этих территориях есть места, где находятся национальные парки, холмисто-горный рельеф и часто совсем немного людей. Ну а урбанизированная часть, естественно, заполнена. Еще раз хочу подчеркнуть, что это не мелочь, а характеристика точности рассказчика. У того же Солонина куча подобных мелочей. То он брякнет, что после раздела Лигой наций Турецкой империи Франция получила мандат на Сирию, а Ливан стал независимым государством. Но это совершенно не так. Сначала была образована территория Сирия, Гран-Ливан. Потом Ливан был выделен, провозглашен республикой, но не стал независимым государством. Независимость Ливан получил только в 1941 году. При этом, кстати говоря, фактическую независимость Ливана в 1941 году признало сначала правительство Виши, которое контролировало эту территорию. И только уже после разгрома вишистских войск в ноябре того же года эту независимость вынужден был признать и Деголь. При этом в 1943 году деголевское правительство попыталось снова настоять на французском мандате над этой территорией, после того, как вновь избранное национальное правительство Ливана отменило этот мандат уже официально. Да и даже зависимую от Франции республику Ливан французы создали только в 1926 году, а отнюдь не в эпоху вручения мандатов Лигой наций. Или другая мелочь, когда Солонин говорит, что израильский военачальник Моше Даян участвовал во Второй мировой войне и еще в 1942 году сражался в британской армии. Это было бы как-то обидно для генерала Даяна, если бы он дожил до наших дней. Потому что в составе британцев он начал воевать еще в июне 1941 года, до начала советско-германской войны, и, собственно, в акциях против вишистских войск он и потерял свой глаз. Это не мелочи, ребята. Это показывает разницу между фундаментальными знаниями и чтением источников вслух. Можно было много еще вспоминать подобных вещей, но я хочу сейчас остановиться на главном. Я уже рассказывал в прошлом историческом видео по палестинскому вопросу, что когда говорят, что англичане обманули евреев, обещали, дескать, им государство и не дали, и даже разделили его 2 раза, о чем постоянно напоминает Марк Семенович, что это не совсем так. Даже, я бы сказал, совсем не так. И тогда я добавил, англичане обманывали всех. И гораздо раньше, чем евреев, англичане обманули арабов. Разумеется, это делали не только англичане. С не меньшим, если не с большим энтузиазмом, этим занималась республиканская Франция. Кстати говоря, союзники начали делить Турецкую империю еще в 1915 году, когда даже вопрос об исходе войны еще не был решен. И именно тогда в общих чертах было продумано разделение на сферы влияния Ближнего Востока, о чем мы еще будем говорить. Россия же получала те самые пресловутые проливы. Но забегая вперед, скажу, что 10 августа 1920 года был подписан так называемый Северский мирный договор с Османской империей. Важные исторические события ни в коем случае нельзя вырывать из общемирового контекста. Напомню, что в этот момент Красная армия, отбросив украинско-польские войска, рвалась к Варшаве. Всего через пару дней начнется битва за Варшаву и произойдет чудо на Висле. А пока мощный Красный поток, сметая все на своем пути, движется на Европу. Союзнички же делят наследство Турецкой империи. В результате этим договором удалось обмануть всех. Арабов и евреев, курдов и ассирийцев, армян и греков. И даже своего не слишком удачливого союзника по коалиции Италию. В результате, как часто бывает с политическими жуликами, союзники обманули только самих себя. И хотя через 3 года им пришлось подписать новый Лозаннский договор уже с правительством Ататюрка, который по сути обнулял все основные положения договора Северского, который так и не был ратифицирован, в нем, тем не менее, и для Великобритании, и для Франции сохранялись вполне приличные условия. Расплата наступит позже. Наряду с Версальским миром Лозаннский договор заложил мины замедленного действия под международную правовую систему, что и аукнется и Второй мировой войной, и турбулентностью на Ближнем Востоке, и арабо-израильскими войнами, и арабскими веснами, морем крови, миллионами беженцев, которые сегодня успешно осваивают Европу и Америку и участвуют в подобных демонстрациях
Франция, фрагмент которого я показывал в начале видео. И, конечно же, Лозаннский договор создал прецеденты для этнических депортаций, чисток и фактического геноцида на протяжении 20-го, да и по сути 21-го столетий. Неуемная жадность, политиканство руководителей Антанты наряду с человеконенавистническим большевизмом уничтожили тогда надежды человечества на процветание в 20 веке. В связи с чем я не могу не детализировать то, что было в этих договорах сказано, иначе рассуждение об арабо-израильском и арабо-еврейском конфликте опять сведется к млеченско-солонинским мантрам про заговор антисемитов. О, если бы он был имплементирован, мы видели бы совершенно иную карту Ближнего Востока. Здесь появился бы независимый Курдистан. Армения получила бы значительные территории в северо-восточной турецкой Анатолии. При этом территория вокруг города Ван, который армяне тоже традиционно считают своим, отошла бы к Курдистану. Греки получили бы территории в районе нынешнего турецкого города Измир, греческой Смирны, а также Западной Фракии. Популярный курорт Анталия находился бы под итальянским протекторатом. А нынешняя Саудовская Аравия называлась бы совершенно иначе – Хашимитской Аравией, так как в королевстве Хиджаз, части нынешней Саудовской Аравии, которому на тот момент принадлежали и Медина, и Мекка, и который участвовал в подписании этого Северского договора, в отличие от саудитского Неджда, находился на тот момент под властью Хашимитской династии, той, которая сейчас правит Иорданией. Кроме того, должна была появиться Ассирийская автономия. И самое главное, Северский договор предусматривал наказание военных преступников, учинивших этнические репрессии с большим числом жертв греческого, армянского, ассирийского населения Турецкой империи. Некоторые важные порты должны были стать свободными зонами. Речь идет о Константинополе, Александретте, Смирне, Трабзоне, Батуми, Хайфе, Басре, как имеющими международное значение. Ну а анатолийское правительство Мустафы Кемаля, которое вело войну с султанскими войсками, не стало принимать условия договора, одержало победу, во многом при поддержке Советской России и Ленина, и в том числе разгромило не только войска султана, но и впоследствии греческие, армянские и французские соединения. Антанте пришлось подписывать новый Лозаннский договор. Кстати, Соединенные Штаты не участвовали в подписании этого договора, хотя Лигой наций им был предложен мандат над Арменией. Американский сенат не одобрил подобный вариант, да и, скорее всего, большевики никогда не пошли бы на такое развитие событий. Тем не менее, американцы самоустранились. Что же касается Британской Палестины и обещанного, по словам Марка Семеновича Солонина, еврейское государство, согласно декларации Бальфура, то в Северском договоре приводится следующая издевательская формулировка. Выдержка из статьи 95. Мандатарий, то есть Великобритания, будет нести ответственность за претворение в жизнь декларации, первоначально сделанной 2 ноября 1917 года британским правительством и принятой другими союзными державами, в пользу создания в Палестине национального дома для еврейского народа. Замечательная формулировка. А нельзя было написать просто «еврейского государства»? Нет, потому что никакого еврейского государства никто не обещал. А домом, как я уже говорил в предыдущем видео, может быть все что угодно. Это может быть скромная хижина для суккота, это может быть дом культуры, это может быть целый город, а может быть в известных пределах государства. И здесь даже нечего спорить, потому что именно эта формулировка и дальше переходила, если она вообще появлялась в каких-то соглашениях, вплоть до создания Израиля. Лозаннская конференция отменила практически все, что не касалось прав Великобритании и Франции. Никаких итальянских протекторатов на территории Турции, никаких западных Фракий и Смирны, никакого Курдистана или автономии для ассирийцев, никаких свободных зон в районе портов. Итальянцам разрешили сохранить и так уже захваченные ими острова Дедеканес, англичане и французы поделили все остальное. Договор подтверждал массовые переселения народов и этнических групп в принудительном фактически порядке. И самое главное, приложение 7 к этому договору объявляло амнистию всем, совершившим какие-либо военные преступления в период 1914-1922 год. И таким образом, официально, на международном уровне, фактически оправдывалась любая резня. Об этом положении хорошо знают историки, которые занимаются темой, но очень мало информирована мировая общественность. И когда мне сегодня кто-то с умным видом начинает рассказывать, что это, дескать, леваки сегодняшние во всем виноваты. Нет, ребята, это не хрестоматийные леваки с немытыми космами. Это были, что ни на есть, самые настоящие джентльмены. И было это 100 лет назад. И они выдали эту лицензию на убийство. И протащили ее через весь 20 век. А сегодняшние леваки и даже те, кто называют себя праваками, это всего лишь их наследники, сидящие в тех же уютных креслах народных избранников. И цель вся та же. Навсегда остаться в этих креслах. И всегда жить на деньги налогоплательщика. Не участвуйте в этих грязных играх и помогайте
продолжайте распространять правду. Продолжение следует.